Многолетнюю традицию проводить семейно-спортивные праздники в Новоуральске поддерживает и развивает территориальная организация профсоюза. Исключением не стал и этот год. Подробности далее. Профсоюз – это не только защита прав и отстаивание социальных гарантий. Это и сплочение людей. А что может объединить лучше, чем совместный досуг? Именно поэтому уже далеко не первый год территориальная организация профсоюза Новоуральска сохраняет такую традицию, как семейно-спортивный праздник под первыми летними лучами солнца. Мы традиционно, территориальная организация профсоюза проводит праздник, отдыхаем всей семьей. Мне кажется, что семейные ценности – это самые важные, самые главные ценности у людей. И вот сегодня есть такая возможность провести время просто вместе, с семьей. Папа, мама, ребенок, бабушки, дедушки. Это так здорово и так объединяет, когда собираются все вместе. На этот раз событие состоялось на поляне у стрелкового тира и собрало несколько десятков семей. Участники могли выбрать себе занятия для души и тела. Флешмоб, спортивные турниры, увлекательный квест, игры «Аквагрим» и многие другие направления нашли отклик у собравшихся на празднике новоуральцев. Мы пришли всей семьей на праздник, который нам организовал наш любимый профсоюз. Хочется, чтобы все работники наши были в профсоюзе и приходили отлично на такие праздники. Мы уже много раз участвовали везде. Раз даже победила наша команда. Мы поучаствовали много на каких конкурсах. Мы канат перетягивали, мячик кидали. Понравилось? Да, рыбок ловили. Весело, отлично. Для детей вообще здорово. Можно пойти вообще нравится. Нужны такие праздники? Конечно, нужны. Объединяют людей и вообще город в общем. Такие праздники – это пропаганда здорового образа жизни, приобщение наших детей, нашей молодежи, наших людей старшего возраста к здоровому образу жизни. Также в рамках сегодняшнего праздника можно попробовать сдать ГТО. И мы своим личным примером показываем, как это важно. Мероприятие подготовили и провели профсоюзные активисты при поддержке спортивного клуба «Кедр», Дома культуры «Новоуральский» и других социальных партнеров. Вот так совместными усилиями и создаются события для активного и интересного, а главное – совместного времяпрепровождения. Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.